Всем привет, с вами Ворон. Ну что ж, поиграем сегодня на славу. Решил сделать такой немножечко марафончик, где-то на минуток 30. Ну я там не буду считать. Игры 4 я точно сегодня должен выиграть. Ну или 3. Ого. Все, кому будет весело. Нахуй он это делает? Теперь я буду менять карту. Так, ну что ж. Так. Защита пока нормальная. Сейчас надо прокачать только за 850. И будет еще лучше защита. Так, немножечко экономим. Вот и все. А ты веселый чувак.
Ух ты! Как он сильно-сильно пропускает. А, вот эта хрень мне помешала немножечко. Минус один.
Я же немножечко подустал. Капец, шо у него творится? Капец, лагает, ужас. Что самое интересное, не у меня все нормально. Капец, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь магов, девять, десять, восемь, нет, семь фениксов и двое с торнадами. Прикольно, чувак, играешь. Вау.
Если проиграю, то не очень разочаруюсь, потому что играть так очень интересно. Чтоб ты смотришь, о, стратегия лучше, защита. Я не заметил этого. Птичка, помоги мне, птичка. Вау, 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 вау. Что ж так лагаешь? Успокойся. Вдох, выдох. Да, ты капец. Я пока поставлю еще что-то тут. Минус один. Дирижабли куда красиво заехала. Капец, лаги. Ужасно просто. Класс, у меня уже нет ракеток. Будет жарко. Ой, да у него там вообще я вижу ужас. То, что у меня тут, у меня-то еще более-менее я вижу спокойненько. У него, оля, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь птиц. Нифига себе, чувак, божи. Опа, ну думаю, все. Отбился я. 40-я волна. У меня нету вот достаточно таких вот магов, которые сейчас просто меня будут спасать. У меня стоят обычные пушки, прокачанные на тир 4. Да здрасте. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Ой-ой-ой-ой. У меня нету другого выбора. Это же просто уже все. Это будет сейчас жестко. Это если только осторожно все нажимать и чтобы именно все шло четко. Могу выиграть. Да, кстати, я отбиваюсь от этой волны. Пусть он подбивается от этой волны. Капец, как он еще отбивается? Хотя магов столько, это я не знаю. Ой, волна классно идет, она мне очень нравится. 42-я. Бум. Мне интересно, сколько ж у него там магов. Просто ужас. Капец, лая. Просто не представляю, как так можно играть.
О, да, вот это мне нравится. Все весело пошло. Так, ты свободен. Как ты не попал? Попади в него, ё-моё. А вот все. А теперь... Нихера! И как мне сейчас против них всех справляться? Это... Ты свободен. Я проиграл. Здесь проигрываю. Не, ну такое, конечно, тяжелое. Это уже нереально для меня будет. Это просто ужаснейшее. Я не вижу, там у меня проходят, как они, не вижу, нифига не видно вообще. О, господи, капец, как тут жарко. Ой-ой-ой. Честно говоря, он его даже не сможет отбивать. Он, этот он... Вот она, последняя его идет, идет, он уже подходит, подходит. Я могу еще выиграть. У меня еще есть шанс за победу. Так кто же? Было весело. Очень понравилась игра. Это просто нереально жесткая битва была. И я забыл постоянно, какой волны. Там 40 какая-то волна была. Ну, чувак, ты реально круто защищался. Мне понравилось. Это было жарко. Первая игра за сегодняшний день меня довела до пота. Так, ну, думаю, немножечко отдохнуть и продолжить снимать. Все, ставьте лайки, обязательно на этом видео поставьте лайки, подпишитесь, и все больше и больше будет таких веселых моментов. Даже на приз 1000, где вообще ничего не меняется.